Яндекс Ньюс. Утро на Болткоме. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Начинаем утро на Болткоме. Сегодня у нас в гостях экономический географ и главный редактор издательства «Сия» Янис Сайта. Вот это издательство, которое занимается как раз вот выпуском карт. Мы будем говорить сегодня, конечно, не о картах, вернее, не только о них поговорим, может быть, начнем, может быть, с такого вопроса, связанного с недавним выбором в Юридическую Думу. Здесь вот два аспекта, что обсуждали эксперты. С одной стороны, понятно, что очень многие рижане не пришли на эти выборы, но есть и такая не знаю, гипотеза, что, может быть, просто, кроме всего прочего, что сокращается количество реально проживающих в Риге людей. То есть, вроде бы они есть, задекларированы, но в реальности их нет. Господин Туловец, как вам кажется? Да, доброе утро. Да, доброе утро. Ну, мне кажется, что, во-первых, так и есть, не кажется, а есть, поскольку мы можем убедиться, что по данным жителей, количество жителей почти на 200 тысяч больше, чем по данным Госкомстата, который все-таки проверяет эти декларированное население, присутствие его по каким другим регистрам, там по семейные врачи, там посещение, там ТСДД и другие. Это естественно, что так есть. Я интересовался миграционной службой, что они могут сделать, чтобы это, приблизить к реальности. Да. Но они сказали, если у них нет документальной основания этого, жителя Латвии, декларированного оттуда, изъять, да, значит, они не могут это сделать, хотя многие, может, уже 10 лет назад уехали и здесь не бывали. Может, они уже умерли где-то в другой стране, но об этом нет никаких свидетельств Латвии. И это такая проблема, которую, трудно решить. Но если другой вопрос, что многие не пришли, это уже другой вопрос. И мне кажется, что эта причина, как наше советское прошлое. Совок в Риге еще очень силен, да, и присутствует. В том числе, что советский человек был человек, который не должен был сам думать, сам что-то решать. За него все время партия решала и говорила, что надо делать, что не надо. И поскольку, те политические силы или та коалиция, которая в Рижской думе больше 10 лет представляла русскоязычное население Риги, раскололась, особенно русскоязычные не только разочаровались, а они просто в таком растерянности. За кого теперь голосовать? Там был Ушаков, все ясно, а теперь что? Там между собой поругались, страшная коррупция оказывается, и все воры. Очевидно, большое количество решило вообще не ходить на выборы и ничего дальше, ждать, что будет. Понятно, может быть, это вопрос, наверное, может быть, не к экономическому географу, но тем не менее. Нет такого ощущения, что мы запаздываем с разными реформами во всех сферах, фактически поздно реагируем на вот эти изменения демографической ситуации, депопуляции, эмиграции. Ведь даже если мы говорим о выборах,
Да, вы правильно заметили, почему там одна из причин, почему люди не пошли голосовать, но это ведь не исключает того, что, ну, к примеру, как в Эстонии, надо вводить какие-то более современные методы, которые позволяют людям проголосовать, если мы можем сейчас оплатить счета, электронной подписью заверять очень важный документ. Ну, те, у кого есть эта электронная подпись. Но почему же мы никак не можем довести вот до логического завершения вот эту, скажем, реформу с точки зрения выборов, да, чтобы многие люди могли проголосовать электронно, и нам бы не сообщали, что там 8 рижан так и не дождались, чтобы к ним приехали. Фактически их права грубо были нарушены. Председатель избирательной комиссии сказал, ну, извините, в следующий раз, видимо, через 5 лет. Но ведь на самом деле можно как-то это решить по-другому. Да, но я согласен, что в Латвии мы опаздываем с целым рядом необходимых реформ. Это существенно влияет на развитие экономики, и в том числе на строительство гражданского общества. И мы можем сравнить Латвию с Литвой и Эстонией. И если, ну, скажем так, исходные позиции 30 лет назад у нас были примерно одинаковые, то теперь, ну, я считаю, что от Эстонии мы отстаем где-то на 10 лет. Ну, с Литвой там посложнее сравнить, но не меньше 5 лет. И одна из основных причин – это как раз, ну, то неспособность принять непопулярные решения, потому что большинство этих реформ непопулярные. И я с удивлением смотрю на эстонцев и с такой, ну, белой завидой, что они между собой может, ну там, да, они тоже ругаются там страшно, и у них эти, ну, скажем так, решения, они такие же больные по поводу малых школ и там других вопросов, как у нас, но они все-таки в конце концов, принимает это решение и идет вперед. А в Латвии что мы видим? Там 10 лет, ну, говорим и не можем это принять. Если по поводу этого электронного голосования, ну, я не сказал бы, что это так однозначно, потому что, ну, хорошо, что у эстонцев все там получилось, и вроде бы больших скандалов не было, но причина, почему и в других странах мира почти, ну, я не знаю, есть, ну, пару стран, может, есть, где это электронное голосование на выборах, потому что, ну, невозможно исключить манипуляцию с этим, ну, человеком, который голосует, не можно проверить, это он сам ли проголосовал или да, вместо такой него. Да, такой риск есть, конечно. Да, и поэтому это, ну, скажем так, плюс еще, ну, это уже меньше, но есть вероятность, что можно, ну, как бы снаружи кто-то вмешаться и что-то там подправить, какие-то результаты. Но не так грубо, как в Беларуси, даже там никто не заметит, да. И я думаю, что надо идти другим путем, просто надо целеустремленно делать реформы необходимые, которые нам и... Ну, мы теперь члены OECD, это клуб развитых государств мира, и, ну, это как бы клуб взаимопомощи, в том числе, что более развитые страны обучают менее развитых, ну, что они должны делать, чтобы пришли к благополучию быстрее, чем, ну, идет теперь, и мы постоянно вот слышим эти... Одни и те же как бы реформы здравоохранения, реформы образования. Ну, ничего не происходит, да? Ну, административная реформа. Вот, через кровь прошли, но все-таки это решение приняли очень болезненно. И я надеюсь, что это только начало. Да? За этим решением должно следовать, ну, как бы... реформы в каждом самоуправлении и сделать эту, ну, государственную или не государственную, а производительность труда в самоуправлениях, продуктивность этих структур более,
ну, эффективно, так, да. И там высвободится, ну, куча бюджетных средств, которых мы можем потом сможем позволить, ну, на зарплаты тем же врачам, учителям и дорогам, которым всегда не хватает, ну, более таким нужным вещам. А если мы будем продолжать в таком же духе, что, ну вот, мы ничего не будем делать. И 119 самоуправлений, да? Да, да, и требовать все время с бюджета нам еще там миллион, там еще там миллион, и будем строить плавательные бассейны там в таких самоуправлениях, где вообще там, ну, не, там пару тысяч жителей, да, но это, конечно, так не можно хозяйствовать. Да, вот сейчас это административно-территориальная реформа, ну, основной базовый закон принят, я так понимаю, что еще работа впереди, 42 самоуправления. На ваш взгляд, это такой оптимальный вариант или еще это только промежуточный, потому что мы знаем, что все-таки это уже вторая такая большая административно-территориальная реформа, если даже не третья, если еще считать вот в 90-е годы, да, потом вот 10 лет тому назад, 2009-й, и вот сейчас новая реформа. Ну, я думаю, что этот вариант, ну, довольно близкий к оптимальному, потому что наше предложение было 35 самоуправлений. Да. В конце концов, там в торги были в Сейме и ну, остановились на 42, и слава богу, что так. А то, ну, 42 и 119 – это все-таки есть прогресс, да. Ну, да. Да, так почти что, в три раза, да. Да, мы одно из критериев, которые мы выдвигали, это по принципу Дании берется, ну, самое дорогое из услуг, которые должно обеспечивать самоуправление, и какое самое меньшее количество, ну, жителей или в этом смысле средних школ, это среднее образование, какое должно быть самое меньшее количество учеников, чтобы, ну, было целесообразно эту услугу именно, ну, организовать. И, ну, новый вот этот содержание образования, которое разработало Министерство образования, требует, что есть выбор в средней школе у школьников, ну, как минимум 2-3 направления и предметов. И если нет параллельных классов, значит, ты не можешь это обеспечить. А параллельные классы – это, ну, в среднем 20 школьников в классе. То есть у нас должны быть 60-40 школьников в одном, в трех классах средней школы, значит, 120, да. Но, к сожалению, теперь утвердили Саукрастское самоуправление, в которой есть две средние школы, и в обеих вместе, по-моему, там где-то 60 среднеклассников, ну, учащихся, да, да, это Звенекземская, Саукрастская средняя школа, и они до сих пор не могут договориться, объединить даже в одном самоуправлении. А далеко ехать от, ну, от одной школы до другой? Где-то 6 километров, может быть, максимум. Ну, это, да, же можно решить. Ну, конечно, там городской автобус едет, и это не проблема, ну, просто... Но даже при этом, если объединить, там школьников не хватает, и ну, там дальше надо ехать в Адажи, или в Лимбажи, или в Сигулду, да, ну, это ближайший, но это же средняя школа, это не начальная, и, но зато там уровень сразу другой. Да, ну вот вы, наверное, помните, что вот когда было... еще пока есть 119 самоуправлений, то если посмотреть, есть у нас такая структура, если так можно сказать, механизм, изледен наш у нас фонд, это фонд выравнивания, и 13 самоуправлений, ну, скажем так, датируют все остальные. Вот как вам кажется, как вы считаете, сейчас, когда будет 42, эта ситуация изменится? Потому что, с одной стороны, можно сказать, ну да, Рига более богатая, ну, может, если так можно сказать, датировать... те регионы, где нет такой экономической активности, с одной стороны. С другой стороны, рижане говорят, подождите, вот человек, значит, задекларирован в какой-то волости, работы там нет. Он приезжает в Ригу, он работает, 80% его подоходного налога уходит вот в самоуправление, где он живет, а потом мы, рижане, еще ему доплачиваем на то, чтобы он там жил. И
может быть, и рижане скажут, это несправедливо. Угу. Вот как вы считаете, как вот сделать баланс между вот этими экономическими центрами и теми вот этими краями, властями? Я думаю, что какой-то механизм должен в любом случае быть, потому что Рига, ну, как бы, не только Рига, а Рига и... агломерация латвийская, да? Да, весь это... ареал метрополии, да. Ну, это как бы главный двигатель нашей экономики. И этот двигатель должен тянуть все остальное государство за собой. И как это улучшить? Я думаю, что было неправильно, что бюджет самоуправлений в основном больше 90% доходов идет из подоходного налога по месту декларации жителей самоуправлений от населения. А мы видим, что есть, вот, допустим, Икшчилы, одно из самых, богатых самоуправлений. Да. И рядом есть Саласпилс, которое, тоже богатое, но примерно доход душевой, этих бюджетных средств самоуправлений где-то на 20% ниже Икшчилы. Если мы сделали в Янисе это анализ добавленной стоимости в предпринимательском секторе, по уже не по юридическому адресу, а по месту нахождения этих всех предприятий и ведомств. И оказывается, что в Саласпилсе добавленная стоимость на душу населения 6 раз превосходит добавленную стоимость в Икшчилском самоуправлении. Это разница 6 раз. 6 раз, это очень существенно. Ну да, там Икшчилы, по-моему, было 1500, а в Саласпиле 9000 евро на душу населения. И это какой-то показатель, что неправильно, что только по месту, декларированному месту жительства. Наше предложение было делать такой эксперимент, например, 20% смотреть по месту работы и 80% по месту жительства. Это бы и посмотреть, что там получается. Сперва сделать расчеты, моделирование, и потом уже, если получается, так более-менее нормально, это уже вводить как закон. Цель этого – это привлечение инвестиций в предпринимательство, потому что мы видим в многих самоуправлениях Латвии, как там приходит какой-то предприниматель и хочет что-то делать, там уже сразу поднимается население, мы ничего не хотим. У нас там, вы там загадите среду, там, да, у нас все хорошо, мы не хотим там, чтобы что-то менялось, да. Естественно, все хотят, но как-то экономика тоже должна зарабатывать. И для этого, счет чего жить-то? Да-да, для этого есть службы, которые следят, чтобы не загаживать природу и все, было по закону. Но все равно не может быть так, что вот в это самоуправление там все элитарно, а там рядом пусть они строят там. У них там, они победнее, пусть они строят, да. Но это, конечно, неправильно. Мы говорим о равномерной экономической активности. Да, и я еще, если о Риге говорить, конечно, это было неправильно, что мы видели эти 10 лет, что взаимоотношения между Рижской думой и центральным правительством были очень такие холодные. И такое же отношение было между Ригой и предместьями Риги, там окрестностях, там Марупе, Саласпилс, все. А это единое экономическое пространство, которое должно работать вместе. В первую очередь, если это касается транспорта, то же самое по образованию. Мы видим, что то же самое Икшчилы. Мы сделали анализ, что там с образованием, средним образованием. У них тоже там 58 человек, по-моему, было в средней школе, в средних классах 10 по 12. Должно быть как минимум 120, да? Но
количество жителей вроде хватает, больше 10 тысяч, да, но оказывается, ну, там больше половины или даже 3/4 учатся в других самоуправлениях, средних школах, там, в основном в Риге, некоторые едут там в Огре, в Саласпилс, да, ну и Икшчилы остается, что там остается. И, конечно, это неправильно, потому что издержки вот такого одного маленького, ну, скажем так, маленькой средней школы на одного школьника гораздо выше. Мы сделали анализ более, ну, глубинки в одном из продвинутых самоуправлений Смилтона, которое, ну, как бы исключение, где, ну, маленький город, там 5,5 тысяч жителей. Но это как раз, ну, пример другим самоуправлениям, как развивать предпринимательство. И там, ну, недостаток рабочей силы, там ездить с других самоуправлений. Смилтона? Да, в Смилтона. На душу населения там производит эту добавленную стоимость больше, чем Цесис, например, да. То есть Смилтон дает реально рабочие места. Да, да, да. Там очень, ну, как бы сильная деревообрабатывающая промышленность. И не только там смотрели, ну, самоуправление работало, чтобы привлечь, ну, инвестиции таких предпринимателей, которые дают и работу для женщин, и поэтому там есть предприятие, которое шьет эти покрывала, да, для автомобильных сидений Volvo. Там есть давние традиции молочной промышленности, сыр делает, да, Смилтон, да, да, да. Так что, ну вот, и Смилтоны, они как раз думают, зато у них нет плавательного бассейна, потому что они, во-первых, думают, то есть как-то обошлись они, да, без сделать бассейна, дорогу на это предприятие, где хочет прийти предприниматель, да. Они там обещают сделать дорогу, проасфальтировать, и, пожалуйста, они, со своей стороны инвестор говорит, мы создадим 100 рабочих мест там, на месте. И Смилтоне тоже 4 года назад они сделали, ну, такую очень болезненную реформу, объединили 3 смилтонские школы в одну. И они как по учебнику сделали. На основе конкурса приняли, ну, скомплектовали, ну, как бы учительский состав новой средней школы. А могли, любой мог учитель из этих других школ, ну, как бы заявиться, да. Те, которые потеряли работу, получили компенсации, как в законе, ну, предусматривается это, выплаты все. Ну и это была очень-очень непопулярная реформа, зато теперь Смилтонская средняя школа одна из лучших в Идземе по показателям образования, а также по... Может, значит, конкуренция, да? Да-да, а также по зарплате. Ну, там средняя зарплата учителя полной ставки где-то 1250 евро. На бумаге это, правда. Вы знаете, ну, для Смилтона это очень хороший, да, заработок. Но что мы сделали? Там мэр Смилтон, он, к сожалению, теперь уже, ну, в другом предприятии пошел работать, но он был такой, ну, очень прогрессивный, Гинс Кукайнс. Да. И он заказал нам исследование Янсета, ну, чтобы, поскольку эту реформу до конца не провели в сельской местности, чтобы мы проанализировали, что там, ну, было бы, если привести в порядок эту сеть школ и в сельской местности. И мы с очень большим интересом это сделали. Сперва с ихними бухгалтерами посчитали, сколько стоит самоуправлению каждый ученик, ну, в каждом учебном заведении. И там разница оказалась. Если в Смилтонской средней школе 2,5 тысячи год на школьника уходит, так там такая Лаункаунская начальная школа, там 9,5 тысяч. Разница. И мы потом, ну, сделали, и если бы я понял бы, ну, если там в каком-то глубинке там
40 километров от какого-то центра или даже 20 километров. Но это все было в доступном, ну, где-то полчасовом радиусе вокруг Смилтона. Были где-то 4-5 школ, а некоторые сельские школы там, ну, 10 минут езды одно из другой. И тогда мы посчитали, что бы случилось, если, ну, концентрировать среднее образование из Смилтона, начальное образование там, где, ну, можно скомплектовать, ну, хотя бы полный класс, а уже, ну, нет, это основное образование. Основное, да. Да, а начальное там, где, ну, надо, да, в удаленных местах, где маленькие, чтобы они не надо таскать, там, ехать, да, автобусом большие расстояния и оставить все там. И оказывается, если бы это сделать, при нынешнем финансировании можно было поднять всем учителям, которые остаются там работать, 1,5 раза зарплату. То есть до 1800. Это при нынешнем финансировании. Но это просто... Может, это значит рационально использовать, да, и мы просто, ну, подумали... Не подумали, а посчитали. Если эта средняя температура в Латвии такая же, как в Смилтоне, или мы в 16 году то же самое посчитали по Бауске, да, тогда, ну, как минимум там 100 миллионов самоуправлений может, ну, как бы ежегодно сэкономить только при случае, если, ну, эту школьную сеть упорядочить. Ну, это просто пример только. То есть, фактически, если посмотреть, каждый год миллионы, да, вот таких, ну, вот образом. Да, и там это бюджетные средства. Мы видим очень много самоуправлений, где бюджетные эти ведомства, ну, фактически единственное место работы. А есть, ну как, в сельской местности там вообще, кроме сельского хозяйства, ну ладно, там если есть торфоразработки, тогда торф, и еще деревообработка. Больше, в принципе, все. Да, это все там, ну, а сельское хозяйство, ну, в нашем, ну, скажем так, валовом внутреннем продукте государство дает 2-3% только. Но до сих пор считается, что там где-то 7-8% работающих занято. И почему это так? Ну, а если посмотреть налоги, тогда там вообще, ну, оказывается, вот по данным ЛАД, Laukatbalsta dienests, да, две трети вот этих крестьянских хозяйств вообще, ну, как бы, производит продукции для пашпотерням. Для самопотребления, сами потребляют. То есть, по европейским стандартам, если меньше половины ты даешь продукции на рынок, значит, это хозяйство, которое работает на себя. Так все и есть, да? А если ты работаешь на себя, так какие налоги от тебя там идут, в том числе и в это самоуправление? И, естественно, ну, поэтому и там, ну, эти бюджетные места, где работать, это очень, ну, важно, и любое решение что-то упразднить, ну, это очень, ну, да, непопулярно. Непопулярно. Говоря о Риге, здесь тоже был целый ряд непопулярных предложений, и вы высказывали по поводу оптимизации школьной сети в Риге. Что-то, да, было сделано. Что-то, наверное, нет. Многие считают, что вот сейчас оставшаяся вот эта сеть школ в Риге, ну, почти оптимальна, потому что, ну, в противном случае все-таки это Рига, не Смилтона, да, то есть если школа удаляется, ну, от жителя, то опять он садится в машину, мы увеличиваем пробки с одной стороны, с другой стороны, конечно, вопрос качества образования по-прежнему стоит. Как вот найти здесь этот баланс в таком большом городе? Ну, я бы сказал, те, которые говорят, что все в порядке в Риге, это, ну, они просто врут. Надо посмотреть, что творится в этом тоже. Ну, в основном самое плохое состояние – это средние классы, 10 по 12 класс. И как мы видели, когда мы анализировали этот индекс
обязательных экзаменов, так в очень многих школах очень низкие показатели. А если мы посмотрим заполнение этих школ в средних классах, ну там вообще, ну даже в некоторых школах меньше, чем в сельской местности, они пустые. Это школы в микрорайонах. И, ну, я тогда, когда делал этот анализ в 2017 году, тогда уже было ясно, что ну, более половины средних школ лишние в Риге, средних, которые тянет только на основные. Там школьников на основные классы достаточно. То есть речь идет, чтобы люди понимали, с 1 по 9 достаточно, да, да. Потом уже средняя школа с 10 по 12 совершенно. Это там они еле-еле один класс может там укомплектовать. И я посмотрел вот, данные по итогам этих экзаменов, да, которые были в 12 классе, когда ты сможешь отдельную школу в Риге, да, мы сейчас не говорим какой-то в сельской местности, в Риге, 12 класс, там показатель сдачи экзамена, средний, да, математика, 27%, ну, латышский 25%, да, 25%, да, то я с ужасом смотрю, куда дальше эти ребята пойдут учиться. Ну, это проблема, и еще, по-моему, это в 2012 году Министерство просвещения, ну, выдвинула цель приблизить, ну, что половина после основной школы школьников идут на училище, ну, это арт-школа, это да, чтобы да, ну, на техникум и колледж теперь тоже, чтобы получить специальность, чтобы получить специальность, потому что они просто, ну, видно, что они не тянет на высшее образование, а средняя школа – это как бы промежуточное звено между основным образованием и высшей школой. Но поскольку, ну, скажем так, требования во многих школах не очень-то высокие к этим, ну, школьникам, и школьников не хватает все больше, их готовы брать там просто так, чтобы они были в этих школах, потому что, ну, принцип, деньги идут за школьников бюджетный. Ну, мы видим, что этот показатель, индекс экзаменов очень низкий в многих школах, и, ну да, и это, ну, показывает, что многие просто эти 3 года отсиживают. И что после этого они заканчивают эту школу, в вуз они не могут поступить. Может, в платные вузы их и наберет, но они не закончат его все равно. И я знаю, что инвесторы, предприниматели все больше жалуются о нехватке квалифицированной рабочей силы. Особенно инженеров не хватает и в информатике, ну, то есть программисты, это уже давняя история. Так что это, да, это проблема, и, конечно, реформа школ – это очень сложный процесс, тем более, что еще надо и как бы интегрировать так называемые, ну, школы меньшинств, надо интегрировать в ну, как бы, переход на обучение на государственный язык, и я убежден, что если просто так оставить это, что вот просто они, эти школы, как, ну, бывшие русские школы, они просто так перейдут на латышский язык, ну, так не будет. Просто надо, я уверен, что надо делать на базе успешных школ, которые, где успешный менеджмент, это независимо латышский и русский, просто делать общие школы, где все вместе учатся, и таким образом уже интегрируются, ну, вот, школьники, которые жили больше в семьях в русской среде, им легче будет освоить этот язык, и все это надо делать, ну, так, на доброжелательной основе, и помочь, ну, ни в коем случае, я знаю, что есть опасения, как там будет, не будет ли ущемлений какие-то и так. Ну, как-то надо этот барьер сносить, который все время, ну, у нас как бы двухобщинная, ну,
государство, государство, общество, где, да, информативная среда тоже, ну, как-то все-таки 30 лет уже прошло, и должно как-то меняться все. Поколение уже сменилось, и я знаю, что мне супруга тоже в школе работает, и у нее как раз были два выпускных класса в прошлом году, в этом, ну, и там большинство школьников были или с русскоязычных, или смешанных семей. Все прекрасно знают язык теперь, и я думаю, им всем открыта дорога в вузы, и все, они будут успешны в дальнейшей карьере. Никаких проблем не было. Да, возвращаясь вот все-таки к самоуправлениям, вот многие самоуправления, ну, с опасением ждут вот следующего года. Понятно, что экономический кризис, все это ясно. Но нет такого ощущения, что государство с одной пытается, вот сначала не хотело очень долго реформировать, по политическим мотивам, непопулярная вот эта административно-территориальная реформа, теперь начался обратный процесс свалить всю тяжесть вот экономического кризиса на самоуправление. Потому что, что говорит сейчас правительство, вы знаете, ну, нужно зарплаты повышать медикам, учителям, мы сейчас будем больше брать денег в государственный бюджет, меньше давать самоуправлениям. Но есть решение Конституционного суда, самоуправление придется вот платить эти пособия длительным безработным, те, кто остался без существования, это GMI, вот это вот гарантированный минимальный доход. И самоуправление говорят, а что ж, как же мы сможем тогда все эти функции вообще выполнить? Ну, я думаю, и в стороне государства очень много, ну, как бы, дел, которые, ну, требуют немедленного решения. Но если говорить о самоуправлениях, так... Я думаю, там в очень многих самоуправлениях эти реформы запоздали. И если спрашивать, где брать средства, я бы сказал, ну тогда, ну, посмотрите, как продуктивно вы работаете. И если мы видим, ну, те же самые, ну, капитал собедрибс. Да, муниципальные предприятия. Да, муниципальные говорить. Предприятия, ну, как бы, ну... Конечно, есть и позитивные исключения, но большинство – это как бы, ну, лафа, как сказать. Да. Ты можешь там работать, ну, не напрягаясь, и, ну, как бы есть бюджет, который конкуренции нету, и не надо напрячься особенно. Но если это предприятие выходит в свободный рынок, я думаю, большинство обанкротится сразу. Просто потому, что оно... То есть конкуренция не выдержит, не конкурентоспособно. Да? Это мы видели и где вот мусор, как бы это было в Ангуре, да. Ангурский тукумс, ну, несколько этих... Властей. Да. Властей, да, вместе создали это предприятие, которое собирало мусор. И оно такое убыточное, и там немыслимые такие были приняты решения, там сам будет делать завод по сортировке мусора, когда работает, ну, с сильной компанией, которые сказали, ну, на такой объем не стоит вообще там тратить эти деньги. И тем не менее, они вложили эти деньги, да, и потеряли, и, конечно, да? Потом эти же самоуправления и бюджетные средства должны вкладывать, чтобы погасить эти задолженности. И это фактически средства жителей. Да. А другое, что я хотел бы сказать, ну, это в Риге очень большая проблема как раз. Это жилищный фонд. И нам как бы повезло, мы в Евросоюзе, и Европа дает большие деньги для реновации этого жилищного фонда. И Рига, к сожалению, ну, одна из последних мест занимает в Латвии. По объему реновированных домов, да? Да. Там очень большие проблемы. Если сравнить там с Лепая, или с Саласпилсом, или с Валмирой, да, там в Риге почти ничего не сделано. И я скажу, что, ну, чтобы это продвинуть, ну, чтобы этот процесс начался, ну, это самоуправление играет
очень важную роль, чтобы, ну, как бы заставить этих жителей многоквартирных советских домов наконец-то понять, что они должны заботиться о своем доме. Это опять, наверное, в Риге труднее сделать, потому что здесь вот больше населения с совковым мышлением, который, ну, считает, что все положено, все полагается, я тут, вот это моя квартира, а то, что там вокруг или общее, это кто-то должен заботиться, кто-то. Частично прав, но здесь, вы же понимаете, есть еще одна проблема. При всем уважении к Валмере там, или какому-то маленькому городку, но в Риге есть своя специфика. Да? К сожалению, собственники квартир зачастую уже там давно не проживают. Вот как, когда я говорю с домоуправлением, они говорят, мы не можем собрать людей вообще, не можем собрать. Остальные двери не открывают, кто-то уже сдал, часть квартир пустует, люди уехали на заработки в Ирландию, и они вроде собственники. И получается, надо, мне кажется, что-то и в законодательстве менять, потому что иначе... Это я полностью согласен, что законодатель тоже опоздал этот, ну, закон о аренде. Да, да, который, вот сейчас только вот обсуждается, да, уже который месяц. Да, с 1994 года они не могут принять этот закон в Сейме. Это, конечно, большой тормоз, но будем, ну все-таки можем сравнить, тоже та же самая Лепая. Ладно, там больше нет 100 тысяч жителей, где-то 70 стало, да. Но все равно там тоже 9-этажки, 12-этажки есть, и они все равно реновируются, и там те же самые законодательства. Они все-таки сумели убедить, как-то заставить этих жителей. Конечно, в Эстонии, где в Таллине, там уже большинство домов реновировано, и очень качественно. У них нет так, что надо 3/4 или сколько там собрать этих подписей. Там достаточно половина, если есть, и все, дальше двигается этот процесс. Но я знаю, мне тетя, которая живет в 120-квартирном доме, она начала двигать этот процесс реновации в своем доме. Ну, ей ушло на это 10 лет. 10 лет. Потом она передала эту, ну, эстафету уже более молодой, такой активной женщине, которая довела это до конца. И в прошлом году этот дом наконец-то был сдан. Это один из самых больших домов в Латвии, таких реновированных, может, и самый большой. Я знаю, как ей трудно это было, потому что она сказала, большинство жителей... Но вот как раз я что говорил, советские люди, которые считают, что вот положено, кто-то должен заботиться о них, и они не чувствуют хозяином. И я даже, ну, я понимаю это, потому что это советская идеология, ну, собачье сердце Булгакова, да, где профессор Преображенский очень хорошо описывает, как это, ну, если, ну, в Советском Союзе все решалось коммунальными квартирами, там, а человек должен был быть, ну, вообще без имущества, нет, собственности там не было, там была общая собственность, да. Это общая, легче, с одной стороны. Да, общая, да. А это не ничейная, да. И в конце концов это, а если у тебя что-то принадлежало, значит, ты уже буржуй, да. А буржуй надо расколачивать, да, буржуя. И, к сожалению, вот это уже, ну, зависть тем, которым что-то есть, или которые стараются, ну, следить за своим имуществом, у большого количества населения до сих пор сохранилось. И это изменить, ну, надо смениться, наверное, поколений. Нам в Латвии повезло, что этот советский строй просуществовал здесь только, ну, скажем так, полтора поколения, да. А в России, где это существовало больше, но это уже в крови было впитано, ну, для советских людей. То есть еще больше времени потребуется. И чтобы вылечить от этого, ну, должно пройти время, и это... Ну, конечно, я не хочу сказать, что все жители, ну, этих многоквартирных домов в Риге таким мышлением, там очень много, и как бы, которые провели свое детство в Советском Союзе, да, и они теперь активные сторонники, ну, реновации домов, но они не могут, ну, одни это продвинуть, им надо... Самоуправление должно помочь сделать эти проекты, заставить,
И, ну, потому что пока Европа платит половину денег, а мы платим только в другую половину, которая... Да, но там, конечно, на самом деле проблема еще более сложная. Мы знаем, что целый ряд проблем не решено не только вот законом об аренде жилья. Разделенная собственность до сих пор не решена проблема. Жильцы денацизированных домов уже можно было давно за 25 лет решить проблему. Да, то есть целый комплекс, который, то, что вы сказали. Но такие же проблемы в других самоуправлениях. Но они все-таки как-то сумели это... Я, конечно, согласен, что в Риге это все, ну, как больше населений, крупнее дома. Да, все больше, скопилось много проблем, да. Больше трудностей, но в Риге тоже больше денег. Если с ними, ну, так правильно обращаться, тогда можно нанять, ну, все-таки профессиональный домохозяйник, не как Риг с нам Саймнекс, да, ну, это большое, как бы, предприятие. Но у них такие возможности могли бы, чтобы реновировать свои дома. Но как-то не происходит это. Ну и мы видим, там скандал какой-то. Ну, значит, что-то не то. Да. Спасибо большое, экономический географ Янис Тулвайс у нас был в прямом эфире. Большое спасибо.